Здравствуйте, дорогие мои подписчики и случайные зрители моего канала. Сегодня погода шикарная. Солнце и температура всего минус 13. Представляете, как тепло после морозов? И поэтому, я же помню, что я обещала вам показать ледяные фигуры. Мы приехали на остров Татышево и сейчас направляемся к ним. Скоро вы их увидите. Но пока мы идем, я вот что хотела вам сказать. Сегодня утром встала, намылась. Уже прическу наполовину сделала и вспомнила, что я обещала вам сделать видео, как я укладываю волосы. Ой. Ну я давайте вам сейчас просто расскажу и все, чтобы этот пиксель закрыть. Я расскажу понятно. Ничего сложного нет. Хорошо? В общем, встали вы утром, намылись, выходите из ванны, и волосы у вас мокрые, в разные стороны торчат, ну, как обычно. У меня так. Не знаю, как у вас. Вот уже фигуры начались. А вот дальше. Смотрите, какая красота. Вот туда мы с вами направляемся. Вот. В общем, выходите с такой прической, берете фен и их сушите. Не обязательно сушить там как-то их аккуратно, не обязательно. Просто их вам нужно высушить. Единственное, что если у вас такой же затылок, как у меня, то затылок сделайте аккуратным. Посушите их аккуратно, остальное не обязательно. И все. И вот как вы бы на бигуди завивались, вот так прядями, рядами, вот так себя на плоечку я завиваю. Кто хочет, может на бигуди, кому как удобно. Но на плойку, мне кажется, удобнее, хотя для волос это опасно, вредно. Вот, в общем, завились. Все, вы кудрявая. Ну, не кудрявая, такая, волосы аккуратненько лежат. И расчесывайтесь. Вот завелись и расчесывайтесь. Расчесали, и волосы у вас, ну, как бы они еще не пышные, но так, порядочком лежат. Просто если вы наденете, например, шапку, то они у вас все упадут. Что делаем? Берем расческу, берем лак для волос. Встаем на это, вниз головой. Я не обманываю, клянусь, я так делаю. Вниз головой, вот так вот волосы трясете. И в это время, когда вы волосы трясете, вы себя лаком так поливаете. У меня спрей. Ну, спрей покупаю, потому что расход меньше. И у меня как бы на него нет аллергии. Вот, спреем поливаете волосы. И все, и потом, когда в исходное положение возвращаетесь, то есть на ноги встаете, нормально. Все, у вас пышная прическа, аккуратная, волосок к волоску. Ну, там подправите еще кое-где, и все. Вот все просто вообще. Все, мы пришли с вами, показываю. Волшебный лед Сибири. Смотрите, все изо льда. Елочки какие сделали. Ну, разве не красота? Прелесть. Смотрите, какая елка ледяная. Ничего не разбили, потому что они тут под охраной. Вот такая красота ледяная. Прелесть. Вот видите охрану? И каждый год фигуры разные. Ну, это естественно. Вот рыбина на крючке. Люди гуляют, вот елочка стоит, самая высокая здесь. Ну и таять фигуры пока не собираются. Я люблю Красноярск. С Новым годом! Так, перчатки сейчас надену. Вот осетр. Ой, какой веер-то красивый. Посмотрите, какой веер шикарный. Это вот так вырезать надо. Красота. Просто прелесть.
Так, а это кто? Это ворона и ключ у нее. И замок. Замки, вернее, не замок. Так, а это у нас олень трехглавый. Что это обозначает? Что это обозначает? С бубном. Шаман какой-то. Олень-шаман. А я не читаю. Все реки текут. Россия, Барнаул, Ярила. Вот это все реки текут. Так, а это что? А, у шамана три руки. Ну вот, точно, как я и догадалась. У шамана три руки. Россия, Пермь. Ой, какая горка ледяная, высокая. Так, что тут у нас? Видите, женщины в возрасте пришли, гуляют. Переплетение судеб. Ледочки. Ледочки. Вот так судьбы переплетаются. Если кто не знает, в такие вот завихрения замысловатые. А как вы думали? Видите, все за ледяным забором. Так, а ночью здесь как красиво. Видите, вот там подсветка. Фонарь даже еще не выключен, он там в снегу лежит. И там он фонари. Почему их на день не выключили? Забыли, наверное. Ой. Ночью сюда надо приехать. Страшно только, наверное, ночью. Ну, хотя тут народу, наверное, много. Ну, балерина. Фортуна. Вольный ветер. Россия, Сосновоборск. Красивенько. С крылышками. Вот там снежные еще фигуры. Тут кошечки. Туда тоже, наверное, мы сходим. Ой, как тут чисто, как тут красиво. И сегодня будний день, среда сегодня. Народу мало, красота. Все, как я люблю. Ну, пойдемте поближе к снежным фигурам. Надеюсь, моя камера выдержит 13-градусный мороз. Ну, я ее так в перчаточку спрятала. У меня, кстати, есть чехольчик для нее, очень даже тепленький. Так что ничего и придумывать не надо. А тут фигура подтаяла. Вот руку вверх подняла и все. И она там уже разрушилась. Вертолет летает. Книга с любовью, «Северные огни». До нашей эры Лило и Стич. Беларусь, Минск. Вот снежные подтаяли, ледяные еще в идеальном состоянии, а снежные уже разрушились. Сезон рыбалки, Россия, Якутия. Ну и тут медведи белые. И рыбак. На лодочке. А там тюлень на скале. Обезьяна. Ну такая непонятно, как кирпич, да? О, да, думаю, такой. Сон. Игра в мяч. Инволюция. Гвозди. Россия, Пермь. Так,
Пески времени, снежные человеки. О, как эти часы песочные. И оттуда человек снежный. Фигуры руками не трогать, за ограждение не заходить. Все правильно, зато они и постоят дольше. Вы представляете, запустить туда народ. Перекресток пяти дорог. Синяя линия, Россия, Пермь. Ну, пермичи какие. Талантливые. Да, активные. Шекспир. Что это? Череп. Вильям. Это что? В жабо. Череп в жабо. Это и есть Вильям? Шекспир. Это что у нас? Теперь мой черед. Песни без звука. Латвия. Вот такая рыбка молчаливая на гармошке играет. Без звука. Открывает щука рот, но не слышно, что поет. Так, это что за сплетение рук? Коллективный разум. О, это типа мозг такой. Угу. Мозг из людей. Так, ну все там. Там ничего. Идем сюда. Красота. Даже снежные вот кубики. Цены для выступлений. С бордюрчиками безопасные. Ну давай. У-ху. Коньки-горбунки. Тоже. Ой, вот это огромная какая горка. Ой. Вот сюда надо прийти и покататься. И горочки такие безопасные. Я помню, в юности где-то мы в Покровку поехали, там была горка огромная. Я там так прокатилась, что там какая-то вот выбоина была, что аж дышать перестала. С тех пор я боюсь кататься, но вот эти-то горки безопасные. Ой, какая хрустальная прелесть. Жалко, что недолговечные. Внутри даже какие-то золотинки. Ой, вот две огромные горки. И детей нет. Дети в школе. Все с бордюрчиками. Ну, молодцы же. Просто молодцы. Ну,
такая широченная горка. Ровненькая, вся из плит сложена. Посмотрите, какая. Ух, ленючая. Здорово. Здесь пушка. Прям крепость какая-то. Матрешки. О, фотки делать, смотрите. Для лица встал, сфотографировался. Ну, лицо-то тут большое надо. Сильно. Матрешечки. С семьей встали, сфотались. О, машина какая классная. Ледяная. Долго в ней не посидишь. Вот такая елочка. Так, а тут деревья, елки, прям лес ледяной изобразили. Ковичка, сказку что ли изобразили или что? Ковичка. Хорошо для малышей, прям так все огорожено. Домик тоже можно с той стороны сфотографироваться, из окошечка выглянуть. Ой, как красиво. Как же все красиво. Спасибо всем, кто организует такую красоту. Как-то бурундуки. Так, пойдем бороться. Ой, там лабиринты. Посмотрите. Интересно. Пойдем туда. Еще меня найдешь. И взрослым можно порезвиться. Ух, как тут здорово. Какие лабиринтики. Сверкает. Вот кто правильно дойдет по лабиринту, у того будет возможность скатиться с горки. Либо плутайте. Ой, какие олени. Горка с оленями. А тут Дед Мороз со Снегурочкой изображены. Вот такие ледяные, в шубах ледяных. Там герб Красноярска, лев. Тоже дворец, горка дворец. Я катаюсь. Деревянный. Собачка. Вот она, символ 18-го года. Часовня Красноярская. Вот эта вот часовня
есть на 10-рублевой купюре. Вот это. Можете проверить, кто не знает. Это Красноярская часовня. Десяточку достаньте, если она у вас есть. Проверьте. Уважаемые жители и гости Красноярска, отдел надзорной деятельности по Красноярску напоминает, для вашей безопасности пиротехнические изделия... Люблю Красноярск. Тоже фотографироваться здесь можно. Проверяйте целостность упаковки и трубу. Ну что, нагулялись? Показала вам фигуры, закрыла еще один пиксель. А на этом все. Надеюсь, вам было интересно. А теперь пока-пока. До встречи в следующем видео.